Всем привет, дорогие зрители! С вами снова Ржуха, и мы продолжаем играть в замечательную, обалденную игру Heavy Rain. В прошлой серии мы играли за Итана Марса. Он гулял со своим вторым сыном Шоном после школы в парке. И у него случился опять припадок. Он опять очутился непонятно как и непонятно где, точнее, опять на той же самой дороге, его чуть не сбила машина, причем уже была ночь, и, в общем, он начал искать сына, но не нашел его. И потом начали играть за агента Нормана Джейдена, по-моему. Да, Норман Джейден. Вот. И, собственно, мы пришли в полицейский участок, познакомились с капитаном, и нам предоставили кабинет. В общем, мы сейчас будем рассматривать тут всякие улики и все такое. То есть мы их рассматривать начали в прошлой серии, а сейчас продолжим. Так, зацепки мы с вами уже посмотрели, давайте посмотрим досье. Так, оригами киллер. А, так, выбрать, открыть, сбросить. Ага. Так, подождите. А, жертвы мастера оригами. И мастер оригами принцип работы. Давайте посмотрим сначала жертвы, наверное. 8 жертв за 3 года. Мальчики. 9-13 лет. Ни следа насилия. Жертвы пропадают в общественных местах средь бела дня. Ни одного свидетеля. Жертв находят через 3-5 дней, утонувшими в дождевой воде. Обалдеть. Так, и принцип работы. Все тот же ритуал. Оригами в ладони, орхидея на груди. Всех жертв находили примерно через 6 часов после смерти. Значит, убийца топил их не сразу, через несколько дней. Допросили 3500 человек. Больше сотни подозреваемых. И ни единой зацепки. Да. Исследовать. Что у нас тут? Убийца белый, возраст 30-45 лет. Уверен в себе, умен и решителен. Очень собранный, водит машину. Работает наверняка в свободном графике. Ух ты! Так, и чё, ничего там не показало, да? А та штука? Тоже же исследовать можно? Все тела обнаружили рядом с железной дорогой. И все жертвы пропадали осенью. Ну да, когда больше всего осадков, да? Область действия убийцы велика. Он быстро осмелел и удалился от базы. Искать его таким образом бесполезно. Так. Дальше что там можно? Окружение. Фигурка оригами. Исследовать давайте, исследуем. Подождите, а мы же это уже делали. Ну-ка.
Опять не то я делаю. Подождите, а как что-то тут сделать? Штуку. А, так вот так. А, ну это окружение. Не, окружение нам не нужно. Мы же уже все это посмотрели. Давайте посмотрим. Карта еще у нас есть. Толк от карты никакой. В общем, ладно, мы посмотрели все. Надо заканчивать это все дело. Что такое? Тебя что, плющит после очков? Ну вот, началось. Надо пойти умыться. Что-то ему как-то вообще нехорошо смотрится. Мне это нужно, иначе я могу потерять сознание. Так, это надо быстро сделать, да? Спокойно, спокойно. Я смогу. Я обойдусь и без этого. А, так. Принять. Давайте примем. Я боюсь, что он умрет. Он же может умереть, интересно, или нет? Так, Итан. Это лейтенант Блейк, мистер Марс. Расскажите, что произошло. Сегодня днем мы с моим сыном пошли гулять в парк. Мы немного поиграли. Он решил прокатиться на карусели, сел на одну из деревянных лошадок. Я на секунду отвернулся, а Шона уже нет. Во сколько именно вы пришли в парк? Попробуйте вспомнить точно, мистер Марс. Каждая мелочь имеет значение. Приблизительно в... Четверть пятого. Да, точно, четверть пятого, потому что при входе в парк я взглянул на часы. Во что сегодня был одет ваш сын? На нем была куртка. По-моему, бежевая. Бежевая. И еще штаны. Штаны были... Подождите, черные, по-моему? Черные. Как же он умудрился пропасть у вас из-под носа? Разве вы не были рядом с каруселью? Возле карусели. Да нет, я не уходил, я смотрел на карусель. Как мог Шон исчезнуть, если вы не отходили от карусели? Я не знаю, сам не понимаю. Вы были в парке сразу после школы. Да. О пропаже сообщили в четверть девятого. Почему так поздно к нам обратились? Искал. Я пошел домой и ждал его там. Подумал, может, он пошел к другу и скоро вернется. Да блин. Ладно, больше вопросов у меня нет. Вы свободны, мистер Марс. Мы будем продолжать поиски Шона. Если возникнут вопросы, вам позвонят. Мог это быть мастер оригами? Слушайте, скорее всего, он просто сбежал и через пару часов вернется. А что, если это все-таки он? Тогда у нас есть 4 дня на поиски. Офигеть, я вообще не успеваю нажимать кнопки. Вот это вообще капец, просто полный. Да, ну ладно. Что-нибудь известно? Нет, пока нет. Но поиски продолжаются. Они думают, это мастер оригами?
пока рано об этом говорить, но полностью исключить нельзя. Сейчас опять его будет. Что стряслось, Итан? Как можно было его потерять? Как ты вообще мог отвернуться? Неужели это настолько сложно присмотреть за ребенком в парке? Зачем ты ушел, Итан? Куда? Мало тебе одного Джейсона. Извини. Случайно сорвалась. Я так волнуюсь. Я не вынесу это. Блин, я сейчас сама заплачу. Кошмар. Вот это дела. Да, один сначала, теперь второй. Медленно выполняется движение правым джойстиком. Я это понимаю. Дальше что? В общем, мы сейчас будем играть за детектива. Во! А чё мне никакую медальку не дали? Так, время 21:52. Количество осадков 35 миллиметров. Вторник, да? Здрасте. Доброго вечера, сэр. Что вам угодно, сэр? Так. Поговорить. Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня есть пара вопросов. Мой сын уже мертв, мистер Шелби. Мне нечего добавить. Посочувствовать? Я тоже терял близких. Я вас понимаю. Тогда вы поймете, почему я не хочу говорить об этом. А настоять? Спасти Шона. Убийца похитил еще одну жертву. Такого же мальчика, как ваш сын Реза. У нас 4 дня, прежде чем еще одно тело найдут на пустыре. И кто не беспокоился о моем сыне? Я прошу вас, уходите, сэр. О, а у вас есть Винталин? Заодно уж. Хоть, по крайней мере, с пустыми руками не уйду. Идите до конца и направо. Спасибо. Ну, дождь идет, да. Так, нет, подожди. Да, что ли? Так, а дальше-то что? А, ну вот, понятно. Добрый вечер, сэр. Кто это такой? Я могу вам чем-нибудь и помочь? Гони сюда выручку. Ни хрена. Не смей рыпаться. Открывай кассу, ублюдок. Бабло на прилавок. Черт, ты че, оглох? А ну открывай гребаную кассу, живо. Нет, сэр.
Вы не вправе лишать меня этих денег, заработанных честным трудом. Я не отдам их. Ты что сказал? Ты вообще охренел, козел? Ты не догоняешь? Сейчас получишь чертово поле промеж глаз, если будешь борзеть! Ну! Я не позволю себя ограбить. Не оборачивайся. Эти не оборачивайся. Мои. Вам лучше уйти, пока не поздно. Эй ты! Блин! Сюда! Сюда тебе говорят! Стоять! Руки вверх! Руки вверх, а то пристрелю! Так, окей. Хорошо. Имя? Меня зовут Скотт. А тебя? Ты откуда? Эндрю. Я Эндрю. Уговоры. Слушай, не лезь, Петро. Убери пистолет и уходи. С советами лезешь? А не пойти бы тебе подальше? Сочувствием. У тебя есть близкий человек? Подружка, скажем? Или семья? Да. Девочка. Моя дочурка. Ее зовут Джессика. Что, если Джессика видела бы тебя сейчас? Ты подумай, что если она останется одна? Спокойно, без паники. Никто тебя здесь не тронет. Давай просто успокоимся, и все будет в порядке. Да, да, я спокоен. Все будет зашибись. Ничего страшного. Помощь. Пока ты не сделал ничего страшного. Если ты спрячешь пушку, мы забудем, что здесь случилось, и на этом все кончится. Так. Лучше уйди. Ничего страшного? Мать твою! А что я, по-твоему, тут делаю? Помощь. Ты ведь не хочешь никого убить, а? Давай постараемся решить дело миром, ладно? Молодец. Я даже почти поверил твоей брехне. А ну, гони мне бабло. Я... Так, давай. Подожди. О! Все. Ништяк, мы все успели нажать. Отлично. 1000 благодарностей. Не знаю, что случилось бы, не будь вас здесь. Хоть не зря время потратил. До свидания. Когда мой сын Реза пропал, мне пришло письмо с багажной квитанцией. В ячейке лежала коробка. Я не понял, что это значит. Но думаю, что это было послание от того, кто лишил меня сына. Можно? Обувная коробка. Пистолет надо было забрать, кстати. Прошу, возьмите коробку, раз это может вам как-то помочь. Я не сумел спасти Резу. Но, может, вы сможете спасти другого мальчика? Возможно. Молодец, мужик. Мистер Шелби, я было поверил, что в этом мире ни от кого нельзя ждать добра. Теперь вижу, что ошибался. Пистолет, блин, возьмите. Опачки. Теперь за девушку будем играть. Напоминание. Многократно нажимаете указанную кнопку до тех пор, пока ее изображение не исчезнет, да? Там было. Среда. Время 2:44. Количество осадков 40 миллиметров. Опа! Опа!
Ну вот, хотя бы за девушку поиграем, а то все мужчина да мужчина, что такое? Это встать? А что там на столе? Там же телевизор можно включить, там пульт лежит, я вижу. Телевизор мы выключим. А это у нас что? Часы. Да, уже. А, таблетки. Я не должна принимать эти таблетки. Занята. Надо заняться делом. Устану и смогу заснуть. Хорошо. Время. 2:47. Все то же время. Угу. Душ. Горячий-горячий душ. Изредка, но помогает уснуть. Бессонница. Чёртова бессонница. Устала, как собака, но глаз не сомкнуть. Горячий. Выпью горячего. Вдруг поможет уснуть. Мне нужно поспать. Что бы такое сделать, чтобы уснуть? Может, мне лечь и попытаться уснуть? Вдруг получится. Это что у нас? Так, здесь что-то можно сделать? О! Стоять. А, это музыка. Так, давай-ка мы пройдем вот сюда немножечко. Так, здесь ничего нету. Тогда пойдем. Да. Хотя вообще-то она сказала насчет души что-то. Так, журналы какие-то. Что это? Это что у нас? Вода? Так, попили, а вот тут что? Ой, подожди, подожди. Ну, стрелка, появись. Наконец-то. Так, свет она выключила здесь, да? Не, не надо свет выключать. Включи обратно. Тут что у нас есть? Горячий напиток. Так, она там что-то про душ говорила, поэтому душ-то где у нас вообще здесь, нет? Ну да. Такс. Ну, вообще-то музыка, наверное, тут не кстати. Ее надо бы, наверное, выключить, потому что... Ну, хотя я люблю под музыку, конечно, спать. Ну, не все же спят под музыку. Так. Что ты ищешь там?
Что там можно найти? Опять таблетки пьем. Так, я надеюсь, меня не это с канала, с Ютуба, точнее, не удалят за такое. Ну, это как бы вообще-то игра, поэтому я думаю, что все нормально должно. Хватит, короче. Так, все, теперь можно уже. Ага, опять трясти, да? Ну да, конечно. Зарядка опять для рук? Как они это хорошо показывают, ты прям вообще же. Одеваемся и пойдем дальше. Говорю, как Sims 3, блин, прям. Так, что у нас тут еще есть интересного? Что можно сделать? Так, игра у нас, смотрите, сохранилась. Да, ну в Sims'ах не снимают, конечно, это все дело. Надо было сначала сходить, а потом мыться. О, господи. Хотя, может, и нет. Видите, сама смывает. Не то, что там эти мужские персонажи, Итан и все дела. Так. А, ну это душ. Тогда понятно. Тогда понятно. Выходим. Что такое? Холодильник открылся? Чё, сам что? Как так может быть. Закрываем. Это вообще там кто? Начинается. Здесь кто-то есть. Дверь надо закрывать кто-то нормально. Проник в квартиру. Телефон на столе. Позвать на помощь. Дверь. Другого выхода нет. Надо попробовать до нее добраться. А где телефон? Он только что тут был. Опа! Нормально. Так, что? Что тут делать? Нажимать что-то надо? Ага. Ой-ой-ой-ой, подожди, иди нафиг! Отвали! Я, это как-то очень быстро все было. А, нажимать надо, да. Так, окей. Ни хрена, она, ну что вот, еще один? Подождите.
Блин. Ни хрена там. Да блин. Что вообще происходит? Блин. Так, ладно. Ох, ни хрена. Давай, 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 давай. Да я, блин, нажала. Меня сейчас убьют ее, короче. Давай, 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 ну давай. Офигеть. А на самом деле вообще как должно быть, что ее убьют или она убежит? Иногда кнопки нажимаю, они почему-то не нажимаются. Я не знаю. Может быть... Может, что-то с джойстиком? Короче, я не знаю. Так. В общем, мы снова за Итана будем играть, да? Вы получили новый доступ к награде. Отлично. Так, на этом мы с вами закончим эту серию и продолжим с вами уже в следующий за Итана играть. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С вами была Ржуха, всем удачи и пока-пока.